хочу вернуть мне продолжение. Нажала не ту кнопку. Так же продолжаем снимать. Вот, видно, как деревья столпа улила. Вон дальше столб упал. Значит, были 7 метров. Ох, класс, природа, супер. Классно выбраться на природу. Вот как раз. Осторожно. Сейчас покажу этот столб, который был. Вот столб упал. Так, нам главное дойти до одного места. Там посидим, чаёк попьем. И назад. Классно. Как раз пробуем свою газовую горелку. Да. Сейчас покажу еще одно там дерево повалил. Корнями. Я буду сказать помню. Thank you.
Вот. Смотрите, как ветер дерево повалил. Сейчас ближе подойду. О, видите, с корнем все. Вот корень деревья. Несмотря на камни даже. Вот это должен был очень сильный ветер. А, пошли дальше. Так, смотрю, что тут здесь много деревьев поваленных. Береза. Там еще дерево. Забрал я этим дома. Нет хода без добра. Немного снег растаял, еще немного есть. Сегодня очень тепло, хорошо. Погода. Вот решил пройтись. Приехать. И пройтись. Еще на диване лежать. Такая погодка классная. Вот ветер. Не осенний. Лицо. Супер. Вот там еще одно дерево поваленное. Я тут смотрю, что можно даже кисточку привезти. Хотя нет, это заповедник, лучше не будем. Считается это заповедной зоной. Так что не будем. Если мы взяли грелку, зачем? Более нам что? Чаек сделать. С кроссовым перекусить. И пошли дальше назад. Поехали на море. Вот. Снег еще где-нибудь. Вот сейчас покажу вам еще одно дерево. Два деревья повалено. А вот еще одно дерево, видите?
Вот, упала. Вот. Вот она. Сейчас покажу корень этого деревья. Сейчас уберу. Вот. Видите? Камень даже держала, все равно не убирал. Может, тут возле повсюду камни. Не стоит. Вот. Это корень деревья. Вот, куда дальше надо идти. Вот. Вот, видите? Да. Круто. Да, деревья смотрю. Ой, красота просто неописуемая. Просто круто. Так, ладно, выходим отсюда. Идем дальше. Идем к нашей стоянке. Так, тут надо смотреть хорошо, а тут там не стком не упасть. Однако. Слышно, как речка? Почему нет? О, еще одна там деревня появилась. Я так много еще виды снимаю, какие тут классные. И мы все считали. Назад уже снимать не будем. Только к стоянке снимаю, потому что назад придется, наверное, темп сделать быстрый. Так что. Мама прикольная. Так. Остался полностью нерастая. Еще одно дерево повалено. Видите тут? Я думаю, это видно.
дальше. Если бы знали, как классно. Не описуемо. Запах леса. Фишка. Видит тут все. Полно деревья. Так что воздух здесь шикарный. Жалко, что через видео нельзя передать. И что? Может. Где-то в будущем. Видите, возможно, и это. Ну, панорамку делаю. Чтобы потом себе, когда будет очень холодно, сидеть дома, просматривать видео. И говорит, как же хорошо, что мы выбрались из постели и прекрасно себе отдохнули. Здесь можно выйти на гору. Эта тропа идет в горе. Где-то возле 10 километров. Мы пока что. Не будем идти, а просто так прогуляемся. У нас цель просто прогуляться, отдохнуть, подышать свежим воздухом, посмотреть на природу. Полчаса, наверное, времени будет назад, так что, чтобы успеть назад только домой, чтобы посчитать хорошо время. Еще одно дерево довольно. Там дальше. Я свой день рождения как раз отдыхал здесь. Краска, такие красивые. Желтые вокруг. Еще белочка мне позировала. Так что день рождения у меня. Краска так хотели. И
Вот, шикарно просто. Нет, сын. Поднять палатку. Ой, пока что не получается. Всё. Если на то пошло, где-то, может, где-то. Ой. Где-то на 5 часов. Гору. Возьмем. Давай, палатку сомневаюсь. Не имеет смысла. Так возьму. Переплачь палатку просто. И пройти сюда. Потом посидеть немножко возле костра, чуть-чуть попить, перекусить что-то, потом назад. Вау, уже горелка есть, так что перекусил, что можно уже не бояться. Потому что термос дальние походы носить этот дополнительный груз с собой. Брать не имеет смысла. А так здесь вот на горелочку баланчик газовый и все, и нормально можно пойти. Еще одно дерево. Вот, березку как повалил. Сейчас с другой стороны сниму. Сейчас вы видите. Вот. Вот, видите? Как видит березу. Да. Хорошую трубу. Что там внизу? Ну, деревья. О, как бы сейчас тебе. Ну, не охота. Где-то будет лесник. Там штраф платить зачем? Если тем более мы взяли горелку. Ну, еще там одно дерево повалено. Много деревья повалили. Взял ветер. Сейчас я, наверное, где-то сделаю стрелочку. Так, чтобы и вид был хороший, красивый. И еще хочу потом в конце зайти, успеть на свое место любимое, посидеть еще в деревечке. Вообще шикарно, очень нравится. Недалеко станция, так что сейчас вот, когда просто приезжаешь, быстро и нет времени туда отходить. На 2 часа просто приехал, пошел туда, посидел. Слушал, отдохнул и назад подзарядился. И уже как-то целую неделю вместе посмотрели фотографии и видео. Вот это вообще самое сложное. Это плохо просто.
шикарно. Тут вот обручек такой красивенький. А там дальше. В принципе, это так, чисто для себя, ну и если кто-то хочет посмотреть, пускай смотрит. Это видео будет у меня. Вспоминать. В принципе, мы, кажется, дошли до нашего места. Если я не ошибаюсь. Да? Да. О! Да, мы уже дошли к нашему месту. Нашему прилавочку. Сейчас мы поставим себе чаёк. Разложимся. О! Туристический город, называется это в Украине, в Ганкомской области. Очень красивое место, мне здесь очень нравится. Я как раз живу в Ганкомске. Люблю недалеко, там близко. Купим же там. Так, думаю, как мне здесь сесть. Так, ну пока что выключаюсь, сейчас релочку распаду. И... Заодно сделаем видеообзор.